Я Рэй, я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения тебе, мой зритель. 23-й день, Potioncraft. Ох, прошлый денек у нас не заладился, и мы вместо зелья взрыва света сделали зелье огня света. Ну, что уж поделать. Видимо, уставший был наш алхимик. О, серная полка. Понял, узнал хоть где она растет. Ну, как всегда, сначала у нас клиентура. О, давно не виделись, алхимик. Ну что, ну, нужно что-то купить. Это этот, этот разноторговец. Ну давай, конечно, показывай. Конечно, показывай. Так. Что-то, правда, у тебя такое, что всего мало, да? Ну давай. Этого у нас тоже мало. Давай. Этого у нас в достатке. Не надо, спасибо. Этого у нас... Где оно? Давай. Этого у нас тоже маловато. Маловасто, да? Маловасто. Давай. Ого, что у тебя есть? Фига. 12 сапфиров? Где ты их столько натырил-то? Наторговал. Так. Это давай. Буду смелее их использовать, в конце концов. Это тоже давай. Уже только за торговлю. А деньжать-то у меня -то на самом деле вообще... Кот нанюхал, кот наплакал. Давай. У-у-у, кровавый рубин. Чего только у тебя нету. Это тоже мне нужно все. Этого мало. Слушай, у меня здесь было какое-то зелье. За 46, да? Это немножко, совсем немножко. Давайте продадим нашу эту неудачу. Эту неудачу. Это кому-нибудь да понадобится, я так думаю. Это я тоже бы хотел. Но нет, у нас сейчас деньжат нету. Поэтому выторговываем. Ой. Ой-ой. Ух. 50 монет. Эксклюзив. А, завершаем. Давайте деньги несите, кто-нибудь. Так. Если не будет зелья хладолиста для восстановления после битвы. Окей. Окей, без хладолиста, пожалуйста. Точнее, не хладолист. Нет, это цвет. Террария. От тебя, пожалуйста. Завершаем. Пожалуйста. Из принципа поторгуемся. Так, ну а тебе чего? Моя коза такая ягоза. Каждый раз, когда я выпускаю ее на выпас, она норовит убежать куда-нибудь подальше. Устала притаскивать ее домой. Есть зелье, которое не даст ей так далеко убегать? А? Нет. Нет, не подойдет, да? Так, улитка ей нужна, получается. Улитка, улитка, это такой эксклюзив, однако. Твою ж дивизию. Так, база для каменной кожи у нас она рядом, но не туда, чуть-чуть, да? Так, было у меня где-то недовар какой-то, вот я помню, был какой-то недовар. Чего-то этот не доварил. А, сила, каменная кожа, замедление. Ну, это чересчур эксклюзивно, не хотите ли вы? Так, ладно, сварим тебе сейчас все. Беднякам надо помогать. Так, это выход на зелье силы, в котором мы не будем ничего, на самом деле, силу применять, после чего нам нужно будет двинуться вправо. Давайте сразу сначала сделаем это все. По классике, по классике. Грим. Пугаем всегда, естественно. Бук. Так. Снова мешаем. Сдвигаемся вправенько.
чуть-чуть. Ну, через право, по-моему, самый оптимальный способ выйти. Снова греем. Как хорошо, что я исследовал это все заранее. Так, теперь мне нужно, по-моему, вот через эту штуку можно зайти было. Но сначала нужно посильнее вниз двинуться, да. Давайте это сначала применим. Так, потом я делал вот так. Потом я делал, по-моему, что-то типа того. А, нет, я, по-моему, вот эту фигню использовал. Но не буду сейчас ее использовать. Окей, окей, окей. Может, что-то попроще есть. Помягче варианты. Хм, а неплохо? Ну, почти. Я буду звать тебя почти, да? О, 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 где-то, где тут? Видел такую штуку, которая прям идеально нас туда закидывала. Что-то промухал. Во, 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 вот этот вот. Хладолист. Не тот ли самый хладолист? А, подождите, у нас тут... Да, тут по поводу хладолиста вообще нет вопросов. Так что нормально, нормально. Прям идеалити. Прям хоть сохраняй. Прям хоть сохраняй. А у меня свободные рецепты есть? Подозреваю, что нет. Подозреваю, что нет. Давайте-ка здесь мы немножечко водички добавим. Не столько для рецептуры, сколько для того, чтобы взять. Ага. Так, здесь, здесь и здесь. Так, лучше немножко добавлю воды, чтобы тут уже было более точно видно. По-моему, мне нужно было в каком-то месте все-таки... Да твою ж... У меня тут был такой потенциал, оказывается, да, еще. Ну ладно, делаем. Не. Черту. Рецептура у нас сегодня не пойдет. Так, а завершить-то зелень не хотим, нет? На тебе. Продаем. Продаем. Еще и более качественно. Девонька, ты... Да. Ага, быстрая лошадь нужна. Быстрее и дольше скакали. Ну, быстрее, да. Дольше, не знаю. Опять попытка взять эту книжку. В очередной раз. Скорее всего, мы опять ее не возьмем, но... Зато возьмем вот эту. Да, вторую. Отлично. Тут у нас прям загущено было. На. Иди. О, дедуля. А чё ж... Не знаю, дедуля. У меня тут совсем все плохо с деньжатами, если честно. С деньжатами совсем все плохо. Гоблин гриб, гоблин гриб. Надо подкупать. Причем так хорошо надо подкупать двадцаточку точно. Так, это у нас кака-гриб. Кака-гриб. Ну, только один пригодится. Эти нам не пригодятся. Ох, ты еще и новый кракенов гриб. Ух, скользкий и мерзкий. И так много их приволок специально, да? Так, юбка. Юбка у нас не нужна, у нас пока хватает своей. Похотливый гриб. Не знаю, для экзотики взять, для коллекции парочку таких. Так, вентилятор, гриб, зонтик есть у нас. Так, давайте с простых сначала, да, простые посмотрим сколько. А на остатки возьмем, вытягивают все деньги из деньжищ из нас торговцы. А, мне столько не надо. Хотя это нет, этого надо, этого надо. До 17 я бы даже купил бы их новых. Ну, их даже нет 17. Так, ну и теперь, собственно, один туда, один сюда, да? То есть пока у нас, ага, получается выторговывать.
Вот так. Вот так. И вот так. Вот. О, кстати, тут прям... Эти дешевле сильно грибы оказались. Ну ладно, вот так. Вот так, торгуемся? Торгуемся. Остановимся снова без гроша в кармане. Что-то мы... Какой уже... Мы этот... Бедный алхимик, да? Ну как бедный? У нас потенциал высокий. То есть у нас очень большой потенциал. Да, твою ж... Потенциал у нас высокий. Посмотрю. Не потенциал. Ух, кое-как, чертом. С грехом пополам. Все, спасибочки. Ну, что тебе надо, на? Врубать врагов голыми руками. Вот это? Нет. Ладно. Сила тебе нужна, да? Мухотырская. Где там наша тырская бога? Сила, где она? О. Не понял, а что нет зелья силы? Должно же быть. А, это сила камня кожи, кстати. Сильное зелье силы. Вот это тебе надо, да? Ай, завершаем. На тебе, лошадушку. Торгуемся. А то у нас тут все плохо с финансами. И вроде бы все достаточно прекрасно, но все равно какая-то фигня. Так. Зелье, чтобы намазать им мое оружие. Зелье слабое. Не больше двух видов ингредиентов. Ну, я знаю, что ты хочешь. В конце концов, я знаю, что ты хочешь. Можем вообще за один. Но. Так, вот тебе раз. То есть тебе нужно слабенькое зелье. Хотя... Я знаю, что можно было бы сделать. Давайте-ка попробуем ему предложить зелье сна. Разве нет? Нет, не подойдет. Ну ладно, ладно. Хорошо, все-таки ему нужен яд. Яд так яд. Вот, причем ему нужен яд слабенький. Сделаем из одного вида ингредиентов, не из двух вообще. Так, единичка есть? Есть. Загущиваем. И собираем. Тут у нас книжечка одна. Все, завершаем. На тебе. Спецзаказ. Да, два раза попал. Но мы будем торговаться. Грибы бесплатно нам никто не раздает. Ну, разве что изредка мы можем что-то, конечно, сорвать, но в основном мы их, за них платим, платим немало. О, волшебники, два штуки. Морозное зелье, есть такое, есть. Ща нас наварганим что-нибудь, наморозим. Я даже не буду пытаться. В этот раз. Пожалуйте. Нате. Конечно, торговаться, несмотря на то, что фуфил, но... У вас уж сильно богатая одежда. Так что, значит, и заплатить вас вам тоже есть чем. Так, что еще? Заклинил замок, попасть в дом, может, есть способ... Кровавый рубин с запахом. Угу. Мне тоже нравится запах кровавого рубина. Вот мне его перед носом помотали. И все. Так что нет. Кровавого рубина не будет. Короче, бабах тебе нужен, да? Тебе нужен бабах. Кстати, я мог, по идее. Нет, там не было бабаха. О, смотрите-ка, мы тут, по-моему... Не-а, не сможем. Тут так хорошо и рядом было, но нет. На тебе, бабах, так бабах. Поторгуемся. Понторез хренов. Видите ли, чтобы... Ведь ты ж не заплатишь за... Этот, как его, такую великую этот... Так. Угу. Неуклюжий. Я чуть-чуть тупой, да? Ну, окей, есть у нас... Есть у нас попытка это исправить. Имеется. Ой, рано завершил. На. Конечно, поторгуемся.
Так, клиентура закончилась. Ну что ж, работа над ошибками вчерашнего дня. А именно, мне не хватило. Да, бабах и солнышко. Не что-то иное, бабах и солнышко. Так, есть ли у нас здесь свободные рецепты? Это у нас что вообще? Проход в сферу огня? Сферу огня. Серная полка, две вонючки. Ну-ка еще раз покажи, куда это будет примерно. Серная полка, две вонючки. Что-то как-то не очень, да, звучит. Давайте-ка мы сотрем этот проход в сферу огня. Во-первых, я тупо не помню, что это за фигня. База для камня кожи. Тоже вот. Нет, вот ее оставлю пока. Это нормально еще. Камни сила. На. Ну что ж, да, у нас есть свободная дырка. Если что, мы куда будет сохранить, да? Это ж не оно? Нет, совсем не оно. Это то самое зелье, оно в порядке. В порядке, при в порядке. О, кстати, прям тут можно поменять. У-ху-ху. Все, мы теперь знаем, что и как делать, чтобы потом, если что, менять. Так, это мы пытались быстроты выйти на невидимку. Выход. Ага. Там не очень хорошо получилось, да. Это недоделанное зелье. Так, камни кожа. Да, все, что это тут это. Погнали. Значит, нужно бабах сделать, да? И солнышко. Бабах и солнышко. В принципе, мы можем начать тогда с солнышка, так полагаю. У меня есть, по-моему, хороший рецепт на солнышко. Ну-ка, давайте посмотрим. Ага, он на сильное, а мне нельзя сильное. Мне сильное нельзя. Мне нужно быть послабже. Что-то попроще, что-то послабже. Ладно, погнали. Серная полка. Выйдем, наверное, с солнышка. Попробуем потом вот так. Хотя было бы, конечно, более актуально в это дело заходить через взрыв, да? Да. Да ладно, давайте еще разочек тогда. Раз, два. Отсюда пойдем вверх. Пойдем отсюда вверх. Кровошип, да. Причем так хорошо его отодвинем. Так, теперь вверх и вправо. Вверх и вправо. Юбочка тут у нас пока не подойдет. Вверх. Хорошо. Подойдет. Теперь как-то наискось. Или два раза. А может, давайте второй раз. Когда будем разбавлять. Нет, не подойдет чуть-чуть. Даже корректировки не подойдут. Так что свекла, наш друг, товарищ и брат. Свекла, наш друг, товарищ и брат. Тоже вариант. Перемешал лишнего. Мешанул, перестучал точнее. Ну ладно, нормально. Нам нужно выйти здесь на двоечку, а потом вернуться. Угу. Не такое уж и простое зелье тогда уже выходит, да? Если такой вот маршрут надо пробежать. Ой, я крайне надеюсь, что эти все рецепты, которые я делаю, ну, в смысле, что они не будут нам нужны часто. Это соль, пустоты. Там, не знаю, пускай будет... Там, не знаю, один раз там 10 тысяч компаний, 10 тысяч пилюль этой соли. Я не знаю, что это вообще такое. Ну, по идее, ну, лишние там, если переюзы идут какие-то. А перетолок слишком сильно, чтобы можно было это дело подправить. Наверное, как-то так это должно работать. Не, нормально. Тут ничего мешать не надо. Нам нужно всего лишь двоечку, и мы двоечку спокойно здесь получим без всяких... Даже можем выйти на тройку, но тройка нам не нужна, естественно. Есть двойка. Греем. Вымешиваем остаточки. И идем теперь влево, обратно влево. Юбочкой мы тут опять нашей волшебной не пройдем. Серная полка.
Да, да, хорошо. Прям полностью вытрушиваем. Но мы пройдем через этот, как бы, через водоворот, естественно. Вот, чтобы водоворот нас вывел, чтобы мы смогли сдвинуться дальше еще влево. Вот настолько, да, мы сдвинемся. Угу. И там будет буква... Что? Бывает. Ну ладно, зато опыт собрал. Да, ошибки — это опыт. Вот. Ошибки приводят к опыту. И так неплохо получится, мне кажется. Так неплохо получится. Нормально. Так, теперь мне нужно выйти в еще один водоворотец. Но желательно не просто выйти, да? А чтоб там у нас еще был какой-то запас. Запас движения. Вот оно, по-моему, то, что надо. По-моему, то, что надо. Чтобы выйти, чтобы подкорректировать там чуть-чуть, подгладить, да, чтобы выйти еще на двоечку. Так, только в этот раз главное. Не перестать греть. Все, греем. Вернее, не мешать, а греть. Разные действия, однако. Нормально. Давай, давай, давай. Бултых. Ну вот, буквально чуточку. Мешанем и заливаем. Так, нужна только двойка. Двоечка. Все. Греем, завершаем. Сохраняем рецепт, как есть. Огневзрыв. Взрывосвет. Так, сохранить рецепт. Сохранить. На всякий случай, мало ли что. Ну и завершаем зелье, наконец-таки, да, и с, идем, добавляем его, наконец-таки. О, смотрите, когда получился актуальный и правильный рецепт, да, загорается эта штука. Давай. Соль пустоты, мы создали ее. Мы ее таки создали, эту соль пустоты. Сейчас она... произведется. Ну. Сохранить рецепт, что? А это что? Описание. Завершить. Так, и что? Где? Куда она делась? Она у нас появилась в ингредиентах, что ли? У нас реально появилась в ингредиентах, походу. Десять тысяч. Ее реально 10 тысяч. Ну как она работает, я не знаю. Я не знаю, как она работает. Надо будет попробовать потом. Но это мы попробуем уже, наверное, ребята, в следующей серии. Мы сегодня добились таки. Мы дошли, мы закончили почти главу 5. Мы сделали эту соль пустоты. Мы ее создали. Мы ее сделали дофига. Как она работает, я не знаю. Мы это все увидим в следующей серии, наверное. Может быть, ну, поэкспериментируем. Ладно, на этом все. Пока. Пока. Счастья вашему дому. И до следующих серий. Понравилось видео, не будь редиской. Поставь лайк. Оформи подписку.